Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, Россия идет к неминуемому краху, и этот крах уже абсолютно очевиден. Смотрите, на бирже прямо сейчас, в эти минуты, начинается распродажа последнего ликвидного резерва валютного, который есть у этой так называемой страны, или от того, что от нее сейчас остается. Это юани. Ю, юани. В юанях у них приблизительно вообще все, что у них осталось, это только юани. Доллары забудьте, э, евро забудьте, золото забудьте, все забудьте. Облигации, шмоблигации, этого всего больше нет. Акции, шмакции, этого нет больше ничего. Остались вот юани. И тут они могут чем-то торгануть. Их приблизительно на 3 триллиона рублей, я не знаю, сколько это в долларах, не знаю, может 50-70 миллиардов долларов. Вот это последний валютный резерв, который у них там остался, да. После этого крах абсолютно и окончательно, потому что денег брать уже вообще не у кого и ниоткуда. Никто же никогда ни, ни одной копейки не одолжит. Те же самые китайцы или северокорейцы, ну за северокорейцев смешно говорить, китайцы Путину не дадут ни одной копейки. А зачем им давать конкуренту что-либо? Зачем им давать хоть одну копейку в долг тому, кто донору территории, так сказать, и... донору органов. Путин сейчас донор органов, он несет территории в Китай, Пустые свои территории, пустую Сибирь. Китайцы это прекрасно понимают. И относятся к Путину просто уже как к мусору. Как к бывшему руководителю. Да, неудачнику и лузеру. Так вот, что будет после того, как Россия очень быстро распродаст последние свои, хотел сказать, долларовые, юаневые активы, конечно же. Потом, ну, два варианта. Точнее, он один. Развал, развал страны причем развал такой, знаете, эпических масштабов будет, потому что он будет сопровождаться пустым, пустой казной, отсутствием международной торговли в ее общепринятом в таком смысле, закрытыми внешними границами и такой, знаете, пародией на военный коммунизм, потому что военного коммунизма у них тоже не получится. Военный коммунизм мог получиться у китайцев, которая или у северокорейцев, да, которые в свое время... Китайцам уже сейчас не получится военный коммунизм. У северокорейцев, да, получается, просто потому что они э, привык, ж, привыкли жрать траву и при этом э, славить э, Пука за то, что трава настолько вкусная и сочная в этом году удалась. Вот. У китайцев это уже не получится, китайцы начали жить по-другому, они немножечко вдохнули капитализм, и там забудьте за это уже. А вот э, у русских и подавно не получится, они вообще работать не привыкли нормально. Да и то, что делают, делают через зад, потому что руки растут именно из того места, а совсем не из плечей. Ну и вообще они к таким трудностям ну, как бы, ну не совсем привыкли, точнее совсем не привыкли. Так вот, что после этого придется делать Путину? Ну объявлять военный коммунизм смешно. Резать на все расходы, да, будут резать расходы, прежде всего, на образование, на медицину. Ну а зачем вам жить, если вам все равно на Донбассе там срок вашей жизни две недели? Ну какой смысл? Зачем вам медицина, да? Образование, опять-таки, а зачем вам образование, если вам нужно дожить до 18-летия, пойти в армию и сдохнуть на войне? Вот, собственно говоря, такой подход. Поэтому действительно образование медицины на так называемой России не будет. Будут резать абсолютно все расходы, кроме расходов на МВД, потому что нужно будет э, осваивать, так сказать, масштабный террор против местного населения. Ну вот, собственно говоря, и все. И печ а, ну да, я же забыл. Э, включить печатный станок. Конечно, вот это, вот это, как говорится, то, что единственное осталось. То есть шмандопырить рубли. В большом количестве не покрыто вообще ничего. Даже какашками якутского скульптора. Даже этим они не покрыты. Ничем. То есть, ну, наш пандюр от этих рублей, короче, будет один доллар стоить 5 миллионов 200 тысяч фублей. Все будут миллионеры вокруг, нищие, как полагается. И знаете, что мне кажется, что вот развал 91-92 годов покажется очень большим, знаете, счастьем. И такими годами крепкого, стабильного благополучия. Вот так будет на России с вероятностью 100%. Слава Украине!